Ну, короче, многие спрашивали меня, когда будет летсплей и прочие нормальные вещи. Сейчас. Вот. Как бы моя любимая игра, The Binding of Isaac. Ну, вы извините, я как-то в первый раз играю, поэтому, ну, скилл у меня очень маленький и неприятный. Но это нормально. Сегодня только играя, как бы увлечен игрой Терминатор любви, поэтому никаких отсылок, никаких штук, ничего тут не будет. Только Айзек, если вам не нравится Айзек, то не смотрите и отпишитесь от меня, потому что теперь у меня на канале будет выходить только Айзек. Вот. Ну, мы видим, тут комната довольно неприятная, как сказала бы современная молодежь, с пауками. Пауки — это не круто. Вот. Потому что советские рокеры — это плохо. Они воровали часто. Воровали и обманывали, прям как наш персонаж Иуда. Я его выбрал, конечно же, из уважения к певцу Хаски. Вы видели, да, крутой у него клип там вышел, там чуваки лежат на крышах. Это, по-моему, прекрасно. Не, ну если вам не нравится, то, скорее всего, быдло. С быдлом мне разговаривать не хочется. Если вы быдло, то не смотрите. И отпишитесь, кстати, тоже. Вот. Смотрите, как я хорошо играю. Видали? Такой интересный эффект, необычный. Да. Ну, вот этот плюющийся босс, это, конечно, плохо, да, это не так хорошо, как если тут его не было, да? Вот, поэтому я считаю то, что это забег очень сложный. Забег, слышали? Такое слово прикольное. Ну, я предлагаю использовать слово раунд или, может быть, даже Версус. Кстати, видали, там вышел новый Версус, Оксимирон против Гнойного. Вот это интересный Версус, да, там. Блин, круто он так сказал, типа, лучше я... Ну, я, короче, не помню, лучше присмотрите, там, круто. Сейчас прекрасный на экране босс, вдова мамы Паук. И, видите, я на нем не умер, потому что я очень хорошо играю. И мы получили клевый предмет Плацента. Это отсылка к группе Placebo. Вот, хорошая очень группа. Если вам нравится постпанк, шугейз и буерак, то очень круто. Буерак, кстати, жанр. Если вы быдло, я вам так скажу, я шарю и авторитетно вам заявляю то, что буерак — это стиль музыки, это жизнь, это искусство настоящее. Ну, чё, быдло, которое пришло посмотреть на The Binding of Isaac. А, нет, быдло же уже нет, тут я же сказал отписаться. Вот. Ну, золотой сундук, чтобы его открыть, нужно ключ нужен. Ключа у меня нет, потому что ну, вы там сами что-нибудь придумайте. Сейчас я хочу побыстрее умереть, потому что я как бы понимаю то, что хороший раунд versus длится минут 30. Значит, то, что мне нужно 30 минут что-то говорить, а я столько в неделю не говорю, в принципе. Вот. Убиваем бит. Я убийца битов. Это, кстати, отсылка к Версусу, если вы не поняли, то вдруг... Ой, у меня восстановилось здоровье, это один из эффектов Placebo. Да, или как я тогда назвал, ну, пофиг, короче. Вот, желтый сундук, в нем бомбы. А я не хочу бомбы, я бы хотел ключ.
Ключа в нем нет, в нем только бомбы. А я не хочу бомбы, я хочу... Ладно, это плохо. Давайте просто молча поиграем в следующую комнату, вы просто посмотрите. Вот, следующую, вот сейчас. Вот, ну должен вам сказать, это была неплохая такая комната, и в ней я почувствовала некоторый вызов. Как сказала бы современная молодежь, челлендж. Поэтому я имею полное право назвать это видео The Binding of Isaac Challenge. Вот. Ну это такая, знаете, довольно простая комната с такими комнатами приходить на стрелку. Это проще просто повеситься и не жить. Или жить. И, кстати, надеюсь, что я выключил тут музыку, потому что я бы хотел как раз-таки сейчас, когда все фанаты и не фанаты Айзека отселись, поговорить о разных буйраках. У меня на примете очень много прекрасных буйраков, но посоветовать я вам могу, пожалуй, только несколько. Среди них, конечно же, знаменитый греческий буйрак, детский буйрак, буйрак для женщин, детей, женщин, главные детские роли. Ой, кстати, мы сражаемся с... ну, вы поняли. ЛГБТ-какашки. Кстати, я как бы частый пользователь социального ресурса под названием Undertale Amino, и там среди 12-летних и 8-летних детей крайне популярна ЛГБТ-тематика. Поэтому, Андрей, послушай сюда. Если ты считаешь, что Undertale это просто безобидная сказка, которая не может как бы насадить какие-то там идеи или еще что-то, то я сниму на тебя разоблачение. И вот когда сниму разоблачение, вот тогда и поговорим с тобой об Undertale. Понимаешь? Ну, вот что тебе говорят, что Undertale это пропагандистское оружие либеральной партии. Так, а зачем я иду-то? У меня же нет ключа. Но я могу сделать, попытаться... Нет, ее тут не может быть, понимаете? Я, как профессор по Айзеку, могу сказать, что секретная комната не может прилегать к комнате босса. Вот. Вот о чем я. Undertale — это массовое оружие геев и лесбиянок, чтобы все любили геев и лесбиянок. Ну, если вы, конечно, хотите любить геев и лесбиянок, то можете играть в Undertale. Но я вам так скажу, не стоит. Вот. Плохая комната, мне не очень она нравится. Я ее оцениваю в 6 из 10 примерно. Да. Бомба. Отлично. Ой, посмотрите, это же... ключи и светящийся светосундук. Вау. Вот это я... А, погодите, что? Чё? Говно какое-то мерзкое. Никогда не любил вот эту вот версию, то ли дело классический Исаак, где все такое тянучее, мерзкое. Нарисованный и работает как бы на каком-то мерзком флеше, поэтому не работает в принципе. Ой, видали, это называется мем, если вы
не понимаете, что такое мем, я объясню. Это такие смешные лица нарисованные, называется Раеш. Вот, это был Раеш мем, называется Troll Face. Это была такая ретроспектива, это, конечно, не популярно сейчас. Это было популярно в 2016-2017 году, а сейчас 2018. Поэтому, если вы пошутите таким мемом, то вас, скорее всего, не поймут. Вот. Ну, знаете, не все же разбираются. Ну, я не знаю, ни одну из этих карт, мне плевать. Делать мне ничего. Какие-то карты, ёпт. Я не азартный игрок. Я могу только сраться с французами, но играть в карты нет, нет. Да. Судя по всему, это более-менее забег будет, поэтому будет длинный. И придется еще говорить. И так, еще раз 40. Нет, 40 серий это плохой, по-моему, летсплей неудачный. Мне будут писать в комментариях то, что я скатился, и чмо, и говно, и вообще. И нормальные люди уже по 400 серий Айзека записали, и мне нужно их догонять. Потом можно платить себе деньги. Я имею в виду просить деньги у подписчиков, типа, вот такая вот интересная, необычная схема, что типа вот... Вы набираете 2000 рублей, и я снимаю новый летсплей на Айзека. Представляете? 2000. Это же зарплата провинциального ремонтника окон. Потому что в провинции нет окон, там все с бычьими пузырями сидят, не радуются. Спят на полу. Да. А после 300-й серии можно просто молча играть. И сюда будут приходить люди, у которых нет компьютеров, или у которых просто не идет Айзек. Я не знаю, что это подобрал. Не знаю. Кофе. Абсолютно совершенно. Вот, вопросительный знак. Это прекрасный предмет, он пройдет мне игру практически, поэтому я... Да... Идеально. Я бы даже сказал, круто. Как сказал бы современная молодежь, идеально. Вот. Но мне не нужен алкоголь. И деньги, кстати, мне тоже не интересны. Потому что я буквально стреляю деньгами, представляете? И не в том плане, что как сигареты стрелять. Действительно, у меня из глаз вылетают деньги. Мне кажется, это отсылка на прекрасный фильм Эмира Кустурицы «Время цыган». И если у меня в глазах деньги, значит придет маленький цыган и заберет их. Значит, мне нужно быстрее проходить эту игру. Ну, с этим я, конечно, справлюсь. Я как бы мастер Айзека второй степени у меня есть. Орден. Вот это вот очень приятный такой босс, он очень мало стреляет, и от него практически не нужно уворачиваться. Это очень хорошо, потому что у меня нет пальца П и пальца И. Ух. Спички это плохо. С другой стороны, если вы в лесу, то спички это неплохо. Но мы не в лесу, мы в Айзеке, значит, спички это плохо. И у меня сейчас проклятие Lost. Кстати, никогда не смотрел этот сериал. Помню то, что его крутили по телевизору. Его все смотрели. Я всегда отличался. Когда мне исполнилось 8 лет, я стал фанатеть. Действительно, хорошие игры. Игры какие-то. The Binding of Isaac, Undertale, One Shot, GTA 5. Нет, GTA 5 это попса для гомиков. Инфра, конечно, инфра.
прекрасная игра, там нужно ходить. Нет, действительно хорошая игра, если вы хотите почувствовать себя начальником мужика, то очень советую там ходить по всякой сране, фотографировать ее, чинить и решать прекрасные головоломки. Это бесценно, по-моему. Это как этот Firewatch, только прикольный. Firewatch вообще какой-то унылый. Давно не играете, лучше поиграйте в Undertale. Undertale нельзя назвать говном. Если вы назовете Undertale говном, то вы, скорее всего, дебил. Вот. Героический паук, он зеленый. Если он зеленый, значит, он молодой. Вот, таблетка. Я сейчас затемню экран, потому что нельзя показывать, как ребенок ест таблетки. Другие дети посмотрят и тоже захотят есть таблетки. И вы никогда не узнаете, что она сделала, наверное. Нет, наверное, там будет звук, но я его выключу. Поэтому действительно никогда не узнаете, что таблетка делает. И это будет такой загадкой. Вы можете погадать в комментариях, если кто-то угадает, то я ему лайкну комментарий два раза. Один раз с сердечком, а второй раз просто пальцем вверх. Представляете? И будет класс. Теперь мне нужно куда-то идти, но я не знаю куда, и меня это слегка пугает. А еще я не ел даже. И поэтому я сейчас довольно хочу есть. Но я все равно играю в Isaac, потому что пища материальная, она подождет. Главное, это духовная пища. Это нужно... Ой, тут я еще не был. Где-то замечательные яичники. Видали, какое яичник, я сказал? Мне кажется, это должно стать новым мемом, если когда-то будет Isaac Amino, то моё смазливое, рожа моя смазливая должна быть там и подписана наверху или внизу, типа яйценюх, и снизу такая полоска зеленая и написано Isaac Amino. Опять эта таблетка, я опять сделаю экран черным. Это скрин, black screen, это, кстати, not okay. Блин, ужас. Если я это выложу, то значит совсем все плохо у меня, как бы. Так, магазин, это хорошо, потому что в магазине голубая карта. Ну вы поняли, да? Голубая. По-моему, смешно. Ну не знаю, если вам не смешно, вы, наверное, не поняли. Так. Отлично. Отлично, босс. Возможно, это даже мама. Вообще-то нельзя так о матери. Она же у меня одна. Вот. Нет, это не мама. Падший. Ну, блин, опять эта верунская тема. Я бы хотел сражаться против Докинга. Хотя нет, как я буду сражаться против Докинза, если я за науку? Наука, научный подход, метод Купера. Класс. Так, все, я могу идти вниз. Это, наверное, тоже как бы отсылка на замечательную песню Down Under группы Men at Work, вроде, да. Крутая песня, крутая группа, всем советую. Ну, не Буйрак, конечно, но тоже можно послушать иногда. Вот, вот эти штуки, они не очень приятные, потому что у них есть мозг. Это значит, что в комнате потенциально
не я один критически могу мыслить. Это снижает мою значимость личности как человека. Поэтому нужно как можно быстрее уничтожить их, так скажем, обратить веру. Я, кстати, заучил прекрасный стишок про веру, про верунов поганых. Но я его забыл, потому что, знаете, стихи это полное говно, лучше читайте мужиков, просвещайтесь. А, мне интересно, как там тысячелетние самоубийцы писали свои тупые стихи. Чё я сделал? Ну, ладно. Вот, нам нужно лечь к другим ногам сегодня. И не идти по ретроградскому пути, а получать, так скажем, развитие, так скажем, прогресс научно-технический. И, ну, вообще, это крутая штука. И Библия. Ну, все как бы понятно. Вот. Библия не. Ёпт. Блин. Конечно, можете там свои Библии собирать, но я не из этих. Знаете, прочитал эту древнюю сказку, и теперь я не верю в Бога. В любого. Особенно в Волоса. Хотя Волос мне раньше казался прикольным таким богом. Велес. Думаю, если бы я был бы... Нет, если бы я был бы богом, я бы был бы сварогом. Потому что люди называли бы меня Творог. Так. Зачем я еще подхожу? А, тут, скорее всего, сейчас матушка. Матушка, это не очень хорошо. Точнее, это очень хорошо, но не сейчас. Ну, головы летающие, ну это беспредел. Прямо как... Не, ладно, не буду говорить, ладно. Я не хочу сесть за летсплей по Айзеку, это очень глупо. Отлично. Мои любимые враги. Ну вы не подумайте, я не голубой на самом деле. Враг он же слово мужского, так сказать, гендера. Вы не можете подумать, что я голубой, но нет. Я вообще за прогресс, но за патриархальные ценности, педики мне не нравятся. Педик, да. Пишу. Выключай сейчас. Хотя нет, это обидно по отношению к педикам, потому что они посмотрели уже, скорее всего, большую часть этого видео, и тут я их загоняю. Как получается, что они не видят концовку. И это обидно. Так, ну вот тут я предлагаю помолчать. Блин, что это за кал? Мы так не договаривались. Мерзотные мрази. Этой стены я терпеть не могу. Вот в Советском Союзе таких бы посадили нафиг. Там, кстати, религии не было, там плакаты были крутые, типа «Убей попа, если ты не чмо, не гей». Кстати, вы, наверное, подумали то, что неделя там у меня научного атеизма в прекрасном паблике «Анатолий, скобочка, Ратья, скобочка». Но нет, на самом деле теперь научный атеизм там будет всегда. Если вы не любите научный атеизм, то быстро молиться, веруны, поганые мерзкие веруны. Так, ну, сердечко уже нужно забрать, потому что сердце это круто. Если вы фанат группы Чили и Алины, или как там ее, Антоны, Забияки,
то вы должны любить песню сердца. Видали, как там гитарист, так сказать, разжигает, так сказать, ну, не по-детски. Вот. И если вы думаете то, что это забияка на транс, то вы ошибаетесь. Я знаком с ней лично, могу сказать, что это не транс абсолютно, 100%. С другой стороны, если вы так думаете... Нет, если вы так думаете, вы, скорее всего, не умеете критически мыслить. Это значит, что не умеете с вами разговаривать. И уходите, все правильно. Не держу таких людей. Плохая фан-база, люди, которые считают, что Алина забияка — это транс. Мне такие фанаты не нужны. Можете уходить, вот. Героическая синяя, вроде жадность, как называется. Я просто не христианин, я не знаю грехов. Это тупо, блин, какие грехи. Все вот как надо жить, вся мораль, она в моей голове, ёпта. Религия это давно не нужна. Все люди умеют мыслить, как и я, критически. Ну, кроме верунов, но их нужно истребить, как только к власти придет наш действительно народно избранный правитель. Ну, народное это, конечно, я имею в виду не народ, типа мужики, христиане. Фу, христиане, это даже звучит мерзко, крест и руна. А я имею в виду народ, думающий, молодежь. Замечательные граждане будущей России, Родины. Так, отлично, скрученная лапа, но мне неинтересно. В другой раз, пожалуй. Вот, тогда он, то есть я, истребит всех верунов. И слово «люди» уже не бьют. Ну вот видите, как вот можно играть в игры, видеоигры, и думать при этом. Да никак, невозможно. Значит, Trash Smash был не прав, получается. Не, это невозможно. Наверное, Trash Smash... Ну все, надеюсь, здесь я умру. Нет, жалко. Значит, я ошибаюсь, не Trash Smash, правильно? У него все-таки канал на Ютубе есть. Он же все-таки учитель. Коля. Так, здесь можно как-то по-умному, я знаю. Не так. Собственно, какая нам разница? Смотрите, какой большой кренель. Смотрите, какой красный кренель. Ужасно. И вот такие ходят на выборы у нас. А потом вы спрашиваете, почему нам, думающим людям, нравится демократия. Потому что вот такие должны выбирать наши люди. Замечательно. Хороший человек был. Жалко, что мы его убили. Я бы ему даже деньги подал, если честно. В метро. Но нет, метро живу в Беларуси. Прямо как Валентин Кокон, знаменитый трэш смеш, трэш пробел смеш, или не пробел, не знаю, плевать. Ой, очень плохо. Так, вот эта штука вроде дает урон. Сколько у нас? У нас очень мало урона, поэтому нам нужно купить урон у магазина. Вот. Урон у магазина куплен. Идем. Тут у нас мы можем это все изменить. Знаешь, без ноги не пытаюсь изменить. Как-то. Ну я не знаю. Ой. Я, кажется, пропустил знак СС. Это плохо. Блин, я получу что-нибудь. Ну, все, теперь официально верун. Зато теперь я могу сделать вот. Ёпта.
Ну все, я все испортил. Ну нормально. Все могло быть хуже. Завернулся, так сказать. Все. Так, зачем я это сделал? На. Давайте уничтожу. Я вот подписан на замечательный паблик Дельфин Агностик. И там сказано, что вся наша кровь, она, блин, уходит врачам, которые враги. Да, врач, слово враг. Ну, это все мракобесие, я считаю. Ну, Дельфин Агностик, конечно, да, иногда его можно послушать. Прекрасный чел. Мысли очень концептуальные, интересные. Особенно мне нравится это вегетарианство. Ну, блин, есть животных, это как-то плохо. Ёпт. Ну все, теперь я не выйду отсюда. Живым. Придется получать урон. Так. Мама. Героическая синяя мама. Наверное, синяя. Скорее синяя, чем не синяя. Которая какая-то очень агрессивная ко мне. Мама, я всего лишь эгоист. Зачем так? Мои 13 лет уже многие люди становятся думающими. И это ничего не мыслящим. И это изменит вообще религия будущего. Вот. Потому что как мы без общественного прогресса? Вот вы вот выходили на улицу, видали, как хорошо на улице. Никаких банок нигде не имеет, не разбросано. Где там женская полиция там не ездит на своих женских автомобилях. Не, конечно, за феминизм, да, но феминизм мне не нравится, это плохо. Скорее бы умереть, господи. Так, плевальня, сердца, еще одни мерзотные плевальни, это очень большие. Да. Обжорство. Мне мама очень часто покупает еду, и я ее ем. Значит, я обжор. А значит, ты убил себя. Суицид – это выбор каждого. Ой-ой-ой. Глаза ползет очень плохо. Ну все, как бы последняя комната будет. Да, все, здесь я и умру, наверное, да. Определенно. Нет. Ну вот тут-то я точно как бы умру. Определенно. Моя регенерация health point работает, я не понимаю. Я ведь только заплатил за нее 200 рублей. Нет, что мне это совсем не нравится. Мясо. А вы знаете, что мясо, оно делает людей злыми. Это я тоже прочитал у Дельфина Агностика, я с ним абсолютно согласен. А еще все на свете придумано, чтобы зомбировать, блин, людей. Представляете? Особенно телевизор. Я телевизор вообще, кстати, не смотрю. Я смотрю только канал Данила Ермакова. Вот это я понимаю. Прогресс, развитие. Да. А еще смотрю канал Керман ТВ. Там замечательные прохождения прекрасных игр, прям как у меня, только он занимается этим уже давно, примерно с рождения. Я, конечно, пропустил свой золотой возраст становления настоящим прекрасным летсплейщиком, летсплеером, летс-играть, летсклеером, как сказала бы современная молодежь.
Я, кстати, недавно, ну как недавно, неделю, наверное, назад, бог, я жив. Ну это плохо. Вот, неделю назад, случайно заходил на канал Андрея Федова, и он с каким-то Кавказом, короче, катается, и вот я за него место, он нашел себя. Да, это же та полезная таблетка. What are friends for? You ready? Ну, все, конечно. Ну все, даже. Во, даже еще сердце. Круто. И еще специальное синее сердце для представителей LGBTQIP. Ох, ёп. Ну все, все, здесь я. Нет? Блин, ну ладно. Скролекс это почти как Скриллекс. Очень жалко Авичи, такой хороший был диджей, соул, продюсер, мейкер. Мне очень нравился его тег «Спортивные очки». Это он такой весь пост ироничный, знаете, как сказал современная молодежь. Ну, не понятно. Быдлу, который не понимает. Иронию, пост иронию. Я вам сейчас объясню. Нет, я вам не объясню. Это тоже была пост ирония, да? Пост ироничное прохождение The Binding of Isaac. Смотрите, как мы легко его убиваем. Потому что никто не убивает человека сильнее, чем пицца. Мёрда, как сказал современный народ. Отлично. Что-то подняли. О. Ну. Да, трудный, конечно, выбор. Я, пожалуй, откажусь. Ну все, как бы сражаемся с черепом. Тут уже независимо от исхода. Ну и как я люблю такие комнаты. На них нельзя совершенно получить урона, даже если очень сильно постараться. Ну, вот. Отлично. Надеюсь, это не костяная рука. Но это костяная рука. Да. Нет, нет, нет. Видали эмоции, самые настоящие эмоции. Значит, что я живой человек. А это как бы значит, что живые люди тоже могут записывать летсплей на игры, типа Айзека. Ну это ж весело, да? Вот повесело было смотреть, мне весело. Ой, посмотрите, кто это. Интересно, интересно. Два сердца. Голубых, извиняюсь, голубых сердца. Просто не знаю, каким нужно быть отморозком, чтобы увидеть в серых, нет, в голубых сердцах, серые сердца, серые. Но я надеюсь, сейчас не скартаю, потому что вы же меня будете потом называть. Ну вы это один крендель, который называет меня картавым. Если ты это смотришь, то сам картавый. Ты себя вообще слышал? Картавый шерстяной гей. Вот. Пауки, убейте его. Отлично. Вот. О чем я говорил? Да, в принципе, пофиг. А, вспомнил, о чем я говорил. Если вы называете синие сердца серыми сердцами, то вы, скорее всего, латентный педик. Потому что только латентный педик может избегать любого, как для упоминания, голубизны, геев, ЛГБТ. Потому что он как бы боится, что люди раскроют его увлеченность всеми этими делами. Из-за того, что он упоминает слишком часто, по его мнению, ЛГБТ, голубых. Это как на тусовке рейв, тусовке упомянуть
группу Буйрак, все просто подумают, что ты слушаешь группу Буйрак, на самом деле нет. На самом деле ты слушаешь только настоящую музыку таких, как таких саунд-исполнителей, как Диджей Долбук и Федук. Отлично. Храм. Теперь мы убиваем всех в храме, мне кажется, ну, Пусси Райот. Это отсылка на Пусси Райот, которые потом сидели в тюрьме тысячу лет. Не забываем. Но мы умнее. Мы заходим в виртуальный храм. Если вы Мирун, то, Мирун, то быстро молиться как-то. Вот, мы прямо такие за деньговную войну. Да, как вы все знаем, это всадник апокалипсиса. Война. Вот. Блин. Урон получил, как неприятно. Второй. Три. О, ну все, все, короче. Нет! Плевать. Ну, все, до свидания, короче, всем приятных выходных, то есть понедельника, вторника, знаменитые выходные дни. Пока.